Хоаким Богосян, еще один уругвайский нападающий с армянскими корнями. Начинал свою карьеру в Серо, где в молодом возрасте отличался своими большими габаритами и забил 23 гола в 55 матчах. В 2009 году 22-летний Хоакин был арендован аргентинским Ньюэллс Олд Бойсом. Наколотив 11 мячей в 18 матчах, он стал лучшим бомбардиром своего клуба. О нем тут же заговорили как об одном из самых талантливых нападающих аргентинского чемпионата. К тому моменту о Богосяне уже активно говорили армянские болельщики. По инициативе фанатской организации First Armenian Front они обратились к Хоакину с просьбой выбрать Армению.